Знаєте, якщо вам здається, що у вашому житті усе не так, то я вам раджу кожного ранку, прокидаючись, казати «Доброго ранку, сьогодні в мене все буде гаразд». Ну а поки пропоную провести цей ранок разом із нашою творчою групою програми «Мозаїка». Ми працюємо у прямому ефірі, наш телефон 638-638. Говорити сьогодні будемо про поезію, слухати музику. І з чого почнемо? Бувають і такі усякі моменти, тому що ми працюємо, нагадую, у прямому ефірі. Якщо зараз мені скаже наш режисер, що все готове, ні, немає. Що я вам хочу сказати, дорогі друзі, що через кілька хвилин у нашій студії з'явиться Денис Майданюк, а вже можемо послухати гарну музику від Джулінози Мюзік. This tender silk is thy blooming gale, and round my neck and through the back I hold your hand.
This town there seems like blooming cake around my neck and through the park I'm dancing through. Дорогі друзі, і ще раз я вам нагадую, що це програма «Мозаїка». Ми працюємо у прямому ефірі. Наш телефон 638-638. І я вже анонсувала, що у нашій студії через кілька хвилин з'явиться поет. Він вже і з'явився. Денис Майданюк у нашій студії, організатор арт-заходів. Дуже цікава особистість. Чим він саме займається, ми будемо з'ясовувати протягом програми. Доброго ранку. Доброе утро. Денис, ну как поэтам просыпается с утра? Тяжело. Поэты привыкли спать долго. А когда же пишется? Лучше всего. Лучше всего пишется как раз в ночное время. Я смотрю, у всех такая тенденция в основном писать свои произведения ночью. А почему так получается? Потому что приходится выступать по вечерам. И это тоже, потому что день очень загруженный, а по ночам есть время, и, наверное, луна так влияет. Луна влияет. Вдохновляет. А верите вот вообще в астрологию, в знаки зодиака, кому что подходит или нет? Ну, вообще, отчасти верю, но сильное значение гороскопам я не придаю. Не придаете? Да. Хорошо, поговорим о вашем творчестве. У вас ну, большой такой послужной список, о чем можно поговорить и чем можно похвастаться. На самом деле, можно долго зачитывать обладателям, каких наград вы являетесь, их множество. И я так понимаю, что каждая из них очень дорога сердцу. Но, наверное, начнем все-таки с того, что вы основатель и руководитель независимого творческого объединения «Алинея». Что это за объединение? Потому что, наверное, с него и пошло все, или все было задолго до этого объединения? На самом деле все началось в марте 2012 года, а именно 21 марта, потому что это Всемирный день поэзии. Мне захотелось собрать знакомых поэтов, которые редко выступали, и в то же время само выступить в роли организатора. То есть вы лукавите, все-таки не в этот же день все началось, а немножко заранее, потому что в тот же день организовать всех поэтов невозможно или можно? Дело в том, что сама организация появилась на месяц уже позже. Ага, все, я поняла. Чем первое мероприятие. Да, и... Вот. А организация уже появилась, чтобы всех сплотить. «Алинея» в переводе с латыни – это «с новой строки». Изначально организация предполагалась как именно литературного толка, поэтическая. Позже же она расширилась, и мы стали заниматься организацией также выставок графики и фотографии, музыкальных концертов, каких-то проектов, а позже и курированием даже фестивалей. Это здорово. А вот почему такая необходимость возникла? Неужели... И это так приятно, что в Одессе так много поэтов, что можно их объединить в какую-то организацию. Действительно, у нас все хорошо в Одессе с поэзией? Я бы не сказал, что в Одессе все хорошо с поэзией, но... Тогда кто в вашей организации? Кто эти люди? Это современные одесские поэты. Среди них Борис Краев, Александр Тарасенко и многие-многие другие, которые сессионно выступают на некоторых мероприятиях. А в 2012 году просто не было еще таких вот организаций. Была НЛО, основанная Оксаной Бутук. И... Это одесская была организация? Да, «Новая литература Одессы». Угу. Вот. Но в 2012 году она, по-моему, уже не очень особо проявлялась. Вот. Поэтому была необходимость создания какой-либо организации. Вот сегодня уже у нас работают Ирина Фингерова с театром «Ушей»,
Анна Гончарова, клуб поэтов Черноморки, появились новые организации, которые развиваются. Угу. В то время же не было таких организаций. Ну вот делитесь теперь опытом, 4 года этой организации будет, да? Было. Все-таки это посильная ноша? Это действительно так легко? Или вы столкнулись с теми трудностями и поняли, что на самом деле это вы ввязались в такую авантюру, что приходится чем-то жертвовать, на что-то идти и так далее? Безусловно, было очень сложно, особенно в первые периоды. Сейчас уже намного легче, когда за плечами около 200 мероприятий. Действительно, я когда прочла, что вы организовали 200 мероприятий за такое, в принципе, короткое время, 4 года, насколько они востребованы, потому что каждое, я так понимаю, что такие востребованы, потому что каждое мероприятие новое порождает успех предыдущий, да? Если предыдущее конечно. Было успешно, значит, следующее тоже стоит организовывать, им заниматься. Где они проходили, проходят, и вообще, как все это происходит? Расскажите людям, которые, в принципе, несколько далеки от одесской поэзии. Угу. Первая арт-площадка для нас стала кафе «Точка сборки», которая была на Пушкинской, 44, его уже, к сожалению, нет. Угу. Там проходило большинство мероприятий, естественно, организация там была совсем уже не такая, как сегодня. И там реализовывался проект, который назывался «Без 15.7». Угу. Он проходил раз в месяц. Стоимость входа на него была без 15 копеек 7 гривен, а должны были мы начинать его официально в 18.45. Естественно, начинали мы намного позже. Вот. И таких вечеров было 7. Проходили они раз в месяц. Поэты теперь тоже хотят кушать, и они берут деньги за билеты. Расскажите о том, как именно это происходит. Вы сотрудничаете с музыкантами, они тоже посещают. Как? Вот просто интересно людям, тем, которые не посещали. У нас есть небольшой отрывочек, мы приоткроем этот занавес, но тем не менее, вот по вашим ощущениям, а что бы вы еще хотели исправить? Вот как все происходит и что вас не устраивает в том, что сейчас происходит? Вот в периоде с 12 по... Нет, уже даже в 12 году, в октябре, захотелось читать с музыкой, с авторской угу. музыкой. То это есть... не так давно. Да, такое новшество? Или В Европе это давно вообще. В вашем клубе, я имею в виду. В нашем. У меня именно с 12 года, а позже появились и другие авторы. Например, вот поэтесса одесская Эфа. Она тоже начала читать с музыкальным проектом. Наверное, это влияние Андруховича и Карбида, может быть, кстати. Вот на меня он тоже повлиял. И захотелось читать с музыкой. И в октябре 12 года появился музыкальный проект. Получается, бас-гитара, гитара, и вот я читаю свои тексты. Это проще? Вы как поэт, как личность во время выступлений, получается, прячетесь за музыку несколько, она вам помогает? Или нет, вы на нее никак не обращаете внимания, ну вот она есть, просто она дополняет? Или как это происходит? Это очень сложный симбиоз на самом деле, когда вот хочется добиться... Музыка опиралась на поэтический текст, и в этом была сложность для музыкантов, потому что они говорили, что они поэзию как бы особо и не понимают-то. Ну, им, да. Да, и им приходилось войти в этот текст, понять его. И некоторые композиции мы специально создавали, а некоторые полностью это были импровизации на сцене. А вот сейчас, во время теперешних уже выступлений, это даже полнейшая импровизация идет. Хорошо, как музыканты справляются с такой сложной задачей? Вы перед тем, как где-то выступать, даете им тексты, они читают что-то, какие-то музыкальные наброски, фрагменты делают? Или уже все, раз это импровизация? Ну, говорят, что любая импровизация все-таки это хорошо подготовленная импровизация. Насколько хорошо подготовленная музыкантами импровизация перед концертом? Ну вот завтра у нас будет концерт, и он абсолютно неподготовленный. Абсолютно? Да. То есть сейчас телезрителям предлагаете завтра прийти и посмотреть, как вы будете репетировать на сцене, да? Ну я бы не сказал, что это репетиция. Музыканты уже несколько раз слышали эти тексты, они примерно знают настроение и вот импровизируют такие восточные мотивы, медитативные. Музыканты насколько часто задерживаются в этом проекте, насколько часто меняются, потому что, возможно, душевно не всем это подходит, кто-то соглашается, потом понимает, что не мое или же нет. Проблема, к сожалению, в другом. Чего? Проблема в том, что вот музыкант, который с нами работал в 2012-2013 году, он активно учится в медицинском университете, он постоянно занят, и вот он покинул проект. Позже у нас был скрипач, который уехал учиться в Петербургскую консерваторию.
То есть дело даже не в том, что им что не нравятся тексты. Что не нравится что-то, да? Да, все говорят, что им все нравится, но иногда вот в силу каких-то обстоятельств не получается. А сейчас с помощью телевидения можно пригласить прям к вам музыкантов, которые в поиске, возможно, не знают, чем заняться, а к вам можно же прийти, попроситься и поучаствовать? Можно, мы можем организовать такой себе джем-сейшн, когда все присоединяются. Присоединяются, вы можете предложить музыкантам что-то интересное, да? Да. Сейчас не все, да, поэты сотрудничают с музыкантами. Немногие. Немногие, да. А почему? Для некоторых, наверное, текст сам не предполагает соединение с музыкой. Или же они не могут найти именно ту музыку, которая подошла под их тексты. А вот писать песни, все-таки читать стихи под музыку, это что-то сродни, потому что это все равно определенное настроение, определенная тональность. Вы пишете песни? Нет, я не пишу песни. И не было мысли? Пока нет. Как-то не представляю себе пока, как это сделать. Я знаю, что вы знакомы с множеством исполнителей. Да. Они не обращаются к вам с просьбой? Ну, напиши что-нибудь. Пока нет. Нет такого? Да. Я предлагаю сейчас нашим телезрителям и нам посмотреть, как же это все происходит, как звучит музыка и как льются тексты из уст Дениса Майданюка. Художник слов связан ленью. Каждый здесь. Серов, Поленов. В пятницу море многим по колено. В чужих окнах отражаются пьяные люди. По вечерам я тоже был в окне. Вчера. Прелюдия. Твои имена я забываю. Цвет меняют мои оковы, путы, пути, дороги. Пластилиновые ноги меня ведут куда-то. Но и забыты все даты. Стрелки часов и числа. Все переулки, проспекты, улицы. Я остался на середине пути. Я потерявшийся кто-то в неизведанном где-то. В давно ушедшем. В давно ушедшем. Когда-то. Друг друга. В их сине-зеленом доме никогда не слышится ругань. Так говорил мне старый угорь. Я называл его Заратустрой. Я доверял ему во всем. Мой отчий дом превратился в лачугу. Одежда в ветошь. Он мне советовал покинуть родимый край, искать свой истинный рай. Уехать в Польшу и не думать о проблемах больше, чем они того заслуживают. Он говорил, что каждая девица гадает на суженого и ищет себе принца. Он говорил, соблюдай принцип. Отличай львов от львиц. И хороших девушек тоже от светских львиц. Не стой у изголовья и не падай ниц подле их ног. Считай, что ты не богат, но и не убог. Что ты обычный рыцарь, не король и даже не принц. Одним словом, мой мальчик, опасайся львиц. Если ты отбрасываешь тень, значит, на дворе уже день. Значит, позже будет вечер. Лишь от тебя зависит, где, когда и с кем ты встретишь утро. Так говорил мне старый угорь. Я называл его Заратустрой. Thank you.
держаться за воздух, дрожать плавниками. Ты знаешь, tender, please, love me. Кажется, пора меняться, меняться местами. Я останусь, отходя от хорей и амфибрахия. Стану брахмой, ты моей сарасвати. Душа, тонущая в океане сансары, найдет свою мокшу. Мы сбросим все путы и оставим ношу. Пройди этот путь до конца, до последнего самого круга, до последнего самого круга. Вместе. А я и не знаю, что тебе сказать. Ты смотришь в мои глаза деревянным идолом, каменным львом, искусителем змеем для Евы. Стрелка часов движется влево, мелькают дни, годы, века. Реки меняют течение. Я становлюсь ребенком и снова люблю качели. Истоки сливаются с устьем. Оглядываясь вокруг, тебя уже нет. Пусто. Ни одного крика из уст. Я ищу тебя в своих глазах, без устали. В стеклах окна отражается люстра. Я просыпаюсь, так начинается утро. Мой друг, ты читаешь на завтрак мне сутры, поешь мантры, держишь небо над моей головой атлантом, разгреваешь суп. А я и не знаю, что тебе сказать. Молчу, словно труп. Ты каменным идолом, медным львом, искусителем змеи для Евы, смотришь в мои глаза. Стрелка часов движется влево, мелькают дни, годы, века. Я становлюсь деревом, солнце лежит мне крону. Я бросаю вниз листья синхронно и одинокую тень. Я засыпаю, так начинается день. Мой друг, ты пишешь мне письма. За окном шуршат шинами проезжающие машины мимо. Исходит испаренная раскаленная улица лоб. Я твой инок, ты мой бог. Я читаю письма и не знаю, что тебе сказать. Ты смотришь в мои глаза пластмассовым идолом, механическим львом, искусителем змеем для Евы. Стрелка часов продолжает движение влево. Мелькают дни, годы, мелькают века. Наливаю стакан молока, но тебе пора в путь. Ты вставляешь на столе сок из корней цикут и гасишь свечи. За окном уже почти вечер. Ты включаешь люстру и обещаешь вернуться. И обещаешь вернуться. Я напоминаю, что у нас в студии поэт Денис Майданюк. Вот только что мы посмотрели видео «Аматорское». Это одно из последних, да? Ты причитал, что есть и лучше видео, но что было, то и показали. Расскажи, поделись впечатлениями о том мероприятии, вот, на котором все это происходило. Ну вот, собственно, это последний, или скорее не последний, крайний, но нынешний, как любят, да, как говорят, нынешний состав музыкантов вот, в рамках проекта Danny May Music Project, который зародился в октябре 2012 года. Это уже третий состав музыкантов. Вот, сейчас звучит это вот так. Единственное, что хотим добавить, видеопоэзию. То есть, чтобы сзади на экране возникали какие-то визуальные образы, которые бы соприкасались с поэтическим текстом и с музыкальным. Поэзию просто так в том чистом виде, в котором она есть, люди хуже воспринимают, нежели вот добавление каких-то составляющих, музыкантов, видеоряд. Это, насколько сейчас это необходимо? Скорее, это просто новые тенденции такие.
Конечно, легче, я думаю, воспринимать текст, когда он идет с музыкой. То, что музыка сама легче воспринимается, чем сложный вербальный поэтический текст или же прозаический. Ну, некоторые авторы, кстати, лучше воспринимаются на слух и без музыки. Угу. То, что музыка, она должна четко подходить под само настроение стихотворения, помогать лучше его понять. А когда музыка ведет в другую почтение, сторону... Почтение, опять-таки, да. У каждого свой темпоритм. Да. Я думаю, что так. А насколько поэзия и мода вообще имеют что-то общее? Думаю, что имеют. Вот, например, Вера Полоскова. А, это да. Которая сейчас в тренде. Ну, я бы сказала, это уже популярное. Из одесских Евгений Соя. Угу. Вот, то есть... Я немножко о другой моде спрашивала. Мода там на какие-то дополнительные, скажем, вещи, как музыка, как видеоряд. Вы отдаете дань моде, что сейчас этого требует зритель или не так? Не так. Не так. А как же это все происходит? Я считаю, что зритель такого не требует. Зритель просто хочет зрелищ. Зрелищ. Вот. Но в то же время и просто поэзии. Потому что, с одной стороны, человек, когда слушает поэзию, он прикасается к чему-то прекрасному, элитарному. Mm-hmm. Поэтому сейчас возникает все больше каких-то организаций, которые популяризируют литературу, культуру в целом. И даже есть всякие графоманы, которые вот пишут тексты несколько посредственные, но, тем не менее, выступают активно. Денис, а вот скажите, когда же пришло это осознание того, что ваша поэзия требует публики и зрителей? Потому что не каждый поэт вообще решается что-то прочесть. Очень многие пишут в стол, как говорится. И кому-то показать — это просто как вынести душу, вывернуться наизнанку. А тут мы видим с музыкантами на сцене. Когда же это все произошло и какое из своих стихотворений вы показали зрителю? На самом деле я довольно долго писал стол. С 2008 по 2012 год. Угу. Я писал стол и нигде ничего не читал. Кто же эта личность, которая сказала, что так жить нельзя, нужно показать это зрителю? Там было два толчка. Первое – это чтение в кафе «Бандероль». Угу. А второе – это благодаря Святославу Струтинскому, одному из арт-менеджеров кинотеатра «Юсинема», угу, который уже тоже канул в лету. Был вечер «Полчаса до весны», угу, 29 февраля 2012 года. И вы так там... четко помните все даты? Да. Все, когда происходило, в какой день, что, какое число. Это с чем связано? С тем, что каждое мероприятие настолько дорого, настолько запоминающееся, что оно осталось какой-то ячейкой в душе. И вы часто вспоминаете о том, какие мероприятия были и те ощущения, которые присутствовали? Да, довольно часто. Часто? И вот там аккомпанировала Клара Меломед на фортепиано. И, возможно, это именно и стало толчком к тому, чтобы соединять свои тексты с музыкой. Ну, раз вы так хорошо помните даты, точно помните ощущения. Каково это — выходить на сцену, когда ты понимаешь, что сейчас вот оно? Это было очень трепетно. В зале кинотеатра «Юсинема» на столе горела свеча. Вот. Тексты было плохо видно. И, к счастью, не было видно людей в зале, потому что не было электричества. Вот. Но это был приятный очень опыт. И он захотелось повторить. Да. И организовать объединение. Хорошо, а сколько стихотворений в своих вы помните наизусть? К сожалению, боюсь, что ни одного. Ни одного? Да. А как происходит написание текстов, стихов? Это очень интересно. Вы пару куплетов, там, четверостишие уходите или до конца добиваете его, а потом что-то переделываете? Каждый раз по-разному. Некоторые тексты писались от начала до конца на одном дыхании в течение 10 минут. Некоторые тексты писались, потом дополнялись даже через год, может быть, были какие-то трансформации. Есть опыт с текстами, которые я написал на русском языке, а потом решил для поэтических конкурсов перевести на украинский. Угу. И это получился вообще не перевод, это отдельные произведения, которые абсолютно намного другие больше по мотивам. Да-да-да, да? Совершенно верно. То есть каждый раз по-разному. Давайте поговорим о конкурсах, в которых вы принимали участие. Их было много. И первый, если я не ошибаюсь, и если мне верно подсказывает текст, который я сама себе написала, победителем 5-го поэтического конкурса «Кислород» вы стали. Это был первый конкурс в вашей практике или нет? «Кислород»? Да, это первый. Был первый. Что сподвигло поехать поэта на конкурс?
Он в Одессе проходил. То есть никуда не нужно было ехать, вот это и сподвигло. На Бунина пришлось ехать, в старый добрый выход. Хорошо, почему же возникло желание поучаствовать? Потому что читать стихи со сцены, ну, зрители могут поаплодировать, как-то воспринимать, не воспринимать, а конкурс уже дает какую-то точную оценку, деление на, скажем, там, места, какие-то грамоты. Вот что сподвигло все-таки пойти поучаствовать? А, ну нет, я вспомнил. Это был все-таки, наверное, второй конкурс. Второй. Потому что до этого я участвовал во втором «Кислороде», и там я ничего не выиграл. Более того, там разнесли меня в пух и прах критикой. Ну, как Дима Билан на Евровидении, да? Пока не возьму победу. И, может быть, это тоже повлияло. Я пошел, написал больше текстов, больше хороших текстов. Угу. Вот. И там интересно, что голосовали зрители, и друзей в зале было на пятом вот этом «Кислороде» уже не так много. И вот победа досталась. Объективная оценка. Хорошо, а как готовится поэт к конкурсу? Никак. Что это происходит? Ну, отбор текста, наверное, какого-то происходит. Да, отбор, происходит. Конечно, есть. И вы отсылаете, даете почитать организаторам, они что-то выбирают? Или по какому принципу все это происходит? Обычно отсылается подборка лучших текстов, угу, на субъективный взгляд автора. Угу. То есть обычно это до 3 текстов. Иногда для таких конкурсов, как, например, «Провинция у моря», да, конкурс, который в Ильичевске, там отсылается как раз до 3, а на некоторые конкурсы до 10 страниц текстов. До 10 страниц текстов. И потом из этого отбирается, или вы уже сами решаете, что именно? Потому что 10 страниц текста вам, наверное, со сцены никто не предоставит такую возможность зачитывать. Ну да, обычно всего лишь 2-3 текста читаются. Говорят, какой регламент, сколько минут читать. Или сколько текстов? Я так понимаю, что это захватило конкурсная жизнь, потому что вскоре вы стали обладателем гран-при 4-го международного фестиваля «Шорох». Ну, не вскоре, это спустя 3 года. Ну, к этому как был бы долгий путь. По моей бумажке вскоре. Что, почему туда поехали, на этот фестиваль? Вы вообще как-то смотрите, следите за тем, что происходит, какие фестивали, где отсылаете заявки, или это все спонтанно где-то услышали и решили поучаствовать? Вот сейчас уже это все спонтанно, потому что не так много есть времени, чтобы проводить мониторинг. Отслеживать, да? Да. А вот в 2012 году, когда только начал вести активную жизнь, то там действительно месяц за месяцем обязательно фестивали. Это уже как наркотик? Хочется постоянно в чем-то участвовать и доказывать себе, что ты лучший? Не то, что я лучший. А вот первый фестиваль — это была «Подкова Пегаса» на Подоле, Винница фестиваль. Там я познакомился с огромным количеством интереснейших поэтов из других городов Украины, всеукраинский фестиваль. И теперь действительно вот каждый фестиваль — это новые люди. Это возможность не только почитать свои тексты перед знакомыми одесскими поэтами, это возможность услышать, что пишут и что думают другие люди. Я так понимаю, что вы и мониторили, что же думают о вас, что думают вообще ваши коллеги о вашем творчестве. Вот такой каверзный вопрос. Они говорят, что зазвездился. Зазвездился? Как это проявляется? Не знаю. У вас стали выражаться какие-то, проявляться какие-то, не знаю, замашки, как у звездных людей? Или в чем это? Или вы выбираете уже очень сильно, подбираете, где вы участвуете, где вы не участвуете? Как это все происходит? Ну, и это тоже. Но это не зазвездился. Вы, наверное, стали просто более профессиональным человеком в этой сфере или нет? От чего? Я думаю, что да, конечно, опыт приходит. Но в то же время я довольно самокритичен. Например, когда я выиграл возможность бесплатной публикации авторского сборника дебютного, то я не смог в итоге уже отобрать все тексты и не стал печатать книгу. Вы отложили это на потом? Да. Ага. В долгий ящик. И до сих пор, вот, например, сколько лет я уже пишу, нет у меня достойных сборника. А вы не боитесь, как говорят, что вот если постоянно что-то улучшать, переделывать, то так невозможно ничего воспроизвести, потому что самокопание доводит иногда до чего-то страшного. Не то что улучшать, хотелось написать новые тексты, а часть старых, которые, на мой взгляд, уже не соответствуют новому видению, просто опустить и не издавать. Хорошо. Ранний Денис Майданюк и нынешний, насколько он разнится в своей поэзии? Кардинально. Кардинально? Особенно в выражениях художественных средств языка, скажем так.
А что вдохновляло тогда, что сейчас? Вдохновляет абсолютно все, на самом деле. Просто образы людей, какие-то события, настроение. Все, что случается в жизни, все как-то так или иначе влияет. А музыка насколько вдохновляет? Музыка тоже очень вдохновляет. И кинематограф. Например, вот под влиянием фильма «Фонтан» Даррена Аронофски было написано сразу одно стихотворение за ночь. Вы такой восприимчивый человек. Да. Хорошо. Давайте же все-таки поговорим еще о вашем объединении. Я так понимаю, что завтра произойдет какой-то концерт, да, мероприятие завтра вашего пройдет... объединения. Да. Завтра будет уже 7-й вечер поэтических субботников, проекта, который реализуется раз в месяц. Мы решили, что раньше все собирались, чтобы собрать листья или там скопать огород, а мы вот стихи сеем. Стихи. Доброе, вечное. Да, и завтра очень интересные гости у нас из разных городов. Множеством стало, начиная с 3-го вечера, сам проект с декабря, то, что у нас обязательно есть авторы из других городов. Уже были гости из Ужгорода, Харькова, Николаева и Киева. Вот стоит ли говорить о успешности этих вечеров, потому что они происходят очень часто, систематически, что и подтверждает, что это востребованное мероприятие. Какая публика приходит к вам? Ну, молодежи все-таки больше. Больше. А молодежь просит каких-то определенных авторов позвать и хотят послушать чьи-то определенные стихотворения или нет? Они никогда не просят, но всегда довольны тем, кого тем мы... выбором, который да. есть. А как выбираешь? Чисто субъективно, наверное. Ну, субъективно-объективно, да? То есть отбирая тексты автора и вот смотря, кого лучше всего пригласить. Хорошо, те авторы, которые являются новичками, которые, возможно, не так давно этим занимаются, еще очень стесняются, может быть и такое, могут ли предложить свои тексты для того, чтобы поучаствовать? Да, и они более того это делают. Делают. А еще есть свободный микрофон в конце каждого вечера, открытый микрофон, когда каждый желающий может просто прочитать. Но для организатора, наверное, открытый микрофон это такая, знаешь, очень тонкая-тонкая грань по лезвию бритвы, потому что каждый человек может говорить, читать все, что угодно. Да, был один молодой человек, который прочитал рэпчик. Было и такое. И может и повеселить. Все-таки в Одессе да. живем. Дорогие друзья, я вам хочу сказать, что мы встретимся с вами через несколько минут. А пока у нас есть постоянная рубрика «Рожденный у моря». Возле нашего Одесского моря родился замечательный, талантливый музыкант, который являлся гостем нашей студии, Майк Глашатай. Он презентовал недавно свой дебютный альбом «Неодетая». Давайте посмотрим видео с этой презентации. Необычный выпуск и своя роль в гостях. Итак, Глашатай Майк, музыкант, автор и исполнитель. Презентация нового альбома и клипа «Неодетая». На закате дня птицы, музыка покоя, узнаю тебя в лицах, в облаках нас двое, помнишь? Замирало солнце бликами, твою улыбку покрывало. Волны гладили песок, волосы убрав с лица, я поцеловал тебя в висок. Моя милая, не одетая.
сердце отворю, ты разденешься, и станцуем мы, счастья не тая. Моя милая, не одетая. Ты сегодня мою воспетая, моя милая, не одетая. Моя милая, не одетая. Сегодня свой клип на песню «Не одетая». Вот расскажи, пожалуйста, пикантные подробности закулисной съемки, вообще чья была идея и как она вырисовалась. На «Не одетую» песню идея полностью принадлежала режиссеру Роману, Роман Бабырь, режиссер. Вот, поэтому все пикантные подробности, все детали, все вкусности, это все его задумка, да, и я ему благодарен очень, и получилось красиво, нежно, не одето, но при этом утонченно. Презентация позади, все свершилось на сегодня. Какие твои ощущения, мысли, может быть, какие-то уже сразу есть планы вот на данный момент? Как ты себя сейчас ощущаешь? Ощущаю, что все правильно, что все хорошо. Про планы ничего не буду говорить, потому что планы должны говорить за меня.
планы будут проявляться на ваших глазах. Вот, поэтому вы все увидите. На данный момент альбом появится уже в доступе, скажем так, для людей. Можно будет его услышать, увидеть клип. Вот, это дальнейший план. Дальше будет происходить чудо. Когда есть мечта, сны чистые, не дает уснуть ветер листьями. Ровно 3:04 среди слов жду самого твердого. Приходи ко мне вместе с холодом, чай варить и печь топить хворостом. Завершать былое беспечное, открывать внутри себя вечное. В парке собираю хворост, перед нашей встречей будем печь топить и плавить свечи. Здравствуй, мой любимый голос. Не беда, что ветер в самый лучший вечер. Приходи под музыку тихую, над сварением облепиховым. Напою тебя чаем с холодом, под такой уютный треск хороста. Расскажу тебе тайны времени, что по кругу идет своевременно. И пластинки послушаем новые, где Телониус Монк с Билли Холидей. В парке собираю хворост, перед нашей встречей будем печь, топить и плавить свечи. Здравствуй, мой любимый голос. Не беда, что ветер в самый лучший вечер. А я вам, дорогие друзья, напоминаю, что это программа «Мозаика». Мы работаем в прямом эфире, и в нашей студии поэт Денис Майданюк. Денис, мы вернемся к фестивалям и конкурсам, в которых ты принимал участие, но вернемся как со стрелой в будущее, как говорится, потому что ты в скором времени должен посетить еще один конкурс, фестиваль. Что это будет вообще за мероприятие? Куда ты едешь? Еду в Черновцы 19 числа, выступление на фестивале «Обнова Фест». Что это за фестиваль? Это фестиваль этнокультуры. Там будет представлено очень много украинских рок-коллективов, например, Kozak System. Будет одесская группа «Дружи музыка». И будет много поэтов. И самое интересное, что я даже не знаю, кто еще там будет. Вот, ну, я приглашен. Возможно, кто-то из одесситов. Вообще, как происходят ваши одесские встречи где-то вне Одессы, когда вы встречаетесь поэты? Вас что объединяет? Не только же поэзия и город. Ну, в основном поэзия. Поэзия? Да. А много талантливых одесситов, поэтов? Да, достаточно. Достаточно? Чьим творчеством ты увлечен? Или ты не можешь так сказать, не очень правильный вопрос, настолько уж хвалить своих коллег? Из современных именно? Да. Многие очень нравятся, так что конкретно называть имена как-то будет даже неэтично, может. Многие. А есть ли у тебя такие поклонники, которые вот просто наизусть знают твои стихотворения? Или пока еще нет? Есть такие. Особенно есть одно стихотворение, которое вот начинается с слов «Здравствуйте, снова мне вот туда, где лес и совы». И его подхватывают, многие знают, поэтому иногда я его уже даже не читаю. Это здорово, когда на концертах зрители подхватывают твои стихотворения, да? Да, конечно. Что ощущаешь? Трепет, волнение и понимаешь, что, наверное, хорошо написал. Ощущаешь тот факт, что, наверное, добился того, о чем мечтал, или нет? Это еще не конечная точка вот твоих мечтаний? Нет, конечно, надо постоянно работать над собой. Это просто вот какой-то приятный этап, но нужно идти дальше. Будет неправильно, если у нас в студии будет живой поэт, который живьем нам ничего не прочтет. Есть стихотворение. Озвучь, что это за стихотворение, как оно называется? Оно называется «Мой друг». Кому посвящено? Это скорее как альтер-эго, может быть. Угу. Мы с удовольствием слушаем. «Мой друг, ты молчишь, а я и не знаю, что тебе сказать. Ты смотришь в мои глаза деревянным идолом, каменным львом, искусителем змеем для Евы. Стрелка часов движется влево. Мелькают дни, годы, века. Реки меняют течение. Я становлюсь ребенком и снова люблю качели. Истоки меня сливаются с устьем. Оглядываюсь вокруг, тебя уже нет. Пусто. Ни одного крика из уст.
Я ищу тебя в своих глазах, без устали. В стеклах окна отражается люстра. Я просыпаюсь. Так начинается утро. Мой друг, ты читаешь на завтрак мне сутры, поешь мантры, держишь небо над моей головой атлантом, разогреваешь суп. А я не знаю, что тебе сказать. Молчу, словно труп. Ты каменным идолом, медным львом, искусителем змей для Евы, смотришь в мои глаза. Стрелка часов движется влево. Мелькают дни, годы, века. Я становлюсь деревом. Солнце лижет мне крону, я бросаю вниз листья синхронно и одинокую тень. Я засыпаю. Так начинается день. Мой друг, ты пишешь мне письма. За окном шуршат шинами проезжающие машины мимо. Исходит испаренный, раскаленный улицы лоб. Я твой инок, ты мой бог. Я читаю письма и не знаю, что тебе сказать. Ты смотришь в мои глаза. Пластмассовым идолом, механическим львом, искусителем змей для Евы. Стрелка часов продолжает движение влево. Мелькают дни, годы, века. И наливаю в стакан молока, но тебе пора в путь. Ты оставляешь на столе сок из корней цикут и гасишь свечи. За окном уже вечер. Денис. Ты отключаешь люстру и обещаешь вернуться утром. Это мы дошли до финала, да? Да? Я не там прервала. Спасибо тебе огромное. Прерываю. Вам спасибо. Очень плохо это, конечно, делать, но прерываю, потому что у нас время прямого эфира ограничено. Тебе спасибо огромное. Всем тем, кто хочет еще насладиться твоей поэзией, мы можем сказать, что на тебя можно посмотреть сегодня в Театре ушей, да? Да, в Польском театре ушей. Можно посмотреть. Новый Акрополь. Приходите, услышите новые, другие стихотворения и посмотрите лично на Дениса Майданюка. Я с вами прощаюсь. Побачимося наступної п'ятниці. На все добре і нехай вам щастить. До зустрічі.